Всем добрый вечер. Мы приехали с детского сада. Да, Саня? Да. Где морковку взяли? Папа там что-то готовит, да? А папа у нас тут готовит плов. Морковка. И морковка там есть, и мяско. Ну, пойдемте посмотрим. Ого, сколько лука тут у папы. Ой, как много. Мама бы наполовину меньше положила. Вот такими полосочками обычно мой муж режет морковку, а я тру на терке. Ну, мы вообще по-разному готовим плов. Вот он по-своему как-то, а я по-своему. Мясо вот тут уже, наверное, посолено маринуется немножечко.